В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Всплеск романтизма». 31 января музыкальный мир отметил 225 лет со дня рождения композитора Франца Шуберта. Более двух столетий отделяет нас от эпохи, в которую жил и творил Франц Шуберт, один из основоположников музыкального романтизма. Несмотря на то, что Франц Шуберт прожил недолгую жизнь, всего 31 год, он оставил огромное творческое наследие. Среди его сочинений – оперы, симфонии, камерно-инструментальная музыка. Но каким бы выдающимся ни был вклад Франца Шуберта в развитие различных музыкальных жанров, в историю музыки имя его связано прежде всего с жанром песни-романса. Именно песня стала подлинной стихией Франца Шуберта. Именно в ней он достиг небывалых высот композиторского мастерства. В полном собрании сочинений Франца Шуберта песни составляют огромную, более 600 произведений и наиболее значимую часть творческого наследия композитора. Благодаря Францу Шуберту жанр песни, ранее игравший второстепенную роль, стал равным по значению опере, симфонии, сонате. На выставке представлены нотные издания произведений Франца Шуберта и книги, посвященные жизни и творчеству композитора. Вниманию читателя предложена книга «Вульфус. Франц Шуберт». В ней подробно описывается вокальное и инструментальное сочинение Шуберта, прослеживаются связи композитора с австрийской народной музыкой. В монографии Юрия Николаевича Хохлова «Песни Шуберта. Черты стиля» дается общая характеристика песенного творчества Шуберта, а также рассматриваются его отдельные стороны. Издание рассчитано на музыковедов, композиторов, исполнителей, преподавателей и студентов музыкальных вузов. Выставку дополняют публикации из популярной периодики «Музыкальная жизнь», знакомить с нотными изданиями композитора. Мы приглашаем всех желающих посетить нашу выставку.